Вот это первое здание называется «Дальний 1». Сейчас грейдер едет с GPS-навигатором, едет между нами и красным этим зданием в Крапинку. Да. Он сейчас делает поле, выравнивает по конверт по требованию FIFA. Второе где? Второе сразу за ним. Видите? Зелененькое. Да, будьте добры. Вот, зелененькое. Это вторая тренировочная. Также перед ним тоже поле. Но там поле в более высокой готовности. Монтаж металлоконструкции – самая сложная, практически ювелирная работа, хотя вес деталей измеряется сотнями тонн. Тут важно, чтобы погода не подвела. При сильных порывах ветра установка блоков консолей невозможна. Сейчас эта работа на завершающем этапе. Многотонный кран устанавливает 94-й блок. Осталось теперь две консоли, и в течение где-то недели 8-10 дней максимум. Эта часть вся, главная часть, вот самая сложная, будет завершена. Станут все по металлу работы уже менее сложные. Вот. Ну и сейчас вопросы благоустройства и вопросы, связанные с внутренним, ну, скажем, отделкой внутренней. Рядом со стадионом активно идет строительство двух новых дорог – улица Арена 2018 и Дальняя. Начались подготовительные работы по благоустройству. Выравнивают площадку, делают парковку, сносят старые помещения радиоцентра, вывозят мусор. Здесь появятся пешеходные зоны, оборудованные навигационной информационной системой. Велодорожки, будут разбиты газоны с автополивом и архитектурная подсветка. Во время чемпионата мира на стадионе пройдут 6 матчей. Екатерина Семенова, «События».